От улыбки станет всем теплее. Стоматологи всего мира 9 февраля отмечают профессиональный праздник. Современная медицина не стоит на месте. Врачи постоянно совершенствуют методы лечения, используя новые технологии и материалы. Здравствуйте, что вас беспокоит? Люберчанка Дарья Алексеева пришла с острой болью. Стоматологов боится с детства. Но однажды оказалась на приеме у доктора Романа Антоненкова. И теперь лечится только у него. Несколько лет назад попала к доктору по реставрации передних зубов. Благо обратилась к Роману Викторовичу, который дал моей улыбке вторую жизнь. Прием всегда проходит быстро, безболезненно. В принципе, как и сегодня. Муниципальные поликлиники работают в системе обязательного медицинского страхования. Высококвалифицированные врачи оказывают почти все виды стоматологических услуг. Это лечение кариесов, пульпитов, периодонтитов, удаление зубов и так далее. То есть стандартная процедура, которую, в принципе, получают там практически все пациенты. Любой гражданин Российской Федерации, да, может получить услугу в нашей поликлинике. Стоматологические кабинеты оснащены современным оборудованием, а значит, лечение проходит быстро и качественно. Врачи проводят хирургические операции, профессиональную гигиену полости рта. Можно сделать и компьютерную томографию. В нашем городе это единственное государственное учреждение, в котором есть компьютерный томограф, да, который позволяет нам проводить 3D-исследования именно через лицевые области, да, и выявлять какие-то образования. Он необходим и при лечении зубов, и при протезировании, и при имплантации. В округе работает 121 стоматолог. Каждый из них может вылечить пациенту зубы, научить ухаживать за ними и дать полезные рекомендации. Красивая улыбка – это не только красота, но и здоровье. Мы на сегодня с вами закончили. Спасибо, доктор. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.